Ты цел? Слава богу. Паре стрелков с новыми луками со мной не сладить. Стрела мужчина? Мужчина с разумом мальчишки. Август. Август? Не может быть. Хочешь, пойду и принесу тебе его голову на копье? Нет. Тебе незачем лгать. Но и у Августа не было причин убивать. Он считал Люнден горнилом, закаляющим молодые сердца. Возможно, я отказывался видеть в нем пороки. Тщеславие, жадность, гнев. В одном человеке заметить ненависть легко. Другое дело, когда она повсюду. Власть. Люди жаждут ее и пытаются удержать любой ценой. Да, увы. И в итоге вкус славы — это вкус крови твоих близких. Август мертв. Можно заняться пиявкой. Эрке на пристани. Он будет ждать тебя. Если компас появится, мы сообщим. Я пойду в собор святого Павла. Буду ждать вестей там. Береги себя. Итакве мутарумкве Кристи фиделиум эксплентис. Qui sinistra tristis terram atque, iluc vagabantur incerti sunt dies et noctes, in terra quorum domino. Всегда приятно. Что предложишь сегодня? Как славно! Доброго дня! У тебя есть ли... Ты деньги за... Твоя цель отлично умеет убивать, но ты, полагаю, умеешь это еще лучше. Я надеюсь на тебя... Еще увидим. Увидим! Товары. Можем поупражнить. Разумеется. Что, все? Укажи-ка, что.
сегодня все? Мне пора. Мир тебе! Geir þér þú til ráð. У тебя есть? Есть одна работа. Тебе же приходи, я поставлю на твой Мне пора. Да помогут. Thank you.
Покажи, что там впереди.
Опять пиявка? Да. Убивает каждый день. Страх может заставить людей Люндона пойти против тебя. Их можно понять. Чтобы выполнить свой долг, мне нужно поймать пиявку. Сколько уже убитых? Найдено 20. И это точно жертвы пиявки. Почему? У всех убитых нет глаз. Пустые черные провалы, как у людей Триггера. Здесь каждый день проходят сотни людей. И никто ничего не видел? Это же пристань. Здесь ведут дела все, кто не чист на руку. Что увидел похожее? Не на пристани. Как там наш добряк? Я беспокоюсь. Все еще чист душой. Он помог найти Авгаса. Этого хватит. Авгас. Я чувствовал, что с ним что-то не так. Но ничего не сделал. А что твое чутье говорит про пиявку? Эрке! Это не она! Это не твоя дочь, Гида. Не волнуйся. О, слава Фрейе! Я так боюсь найти здесь свою дочь. Кузнец отправляет ее с поручениями на пристань. Чаще всего ночью. Я волнуюсь. Когда она пропала? Пару дней назад. Ушла на закате. И уже не вернулась. Боги, где же моя Регна? В Люндоне всегда надо опасаться худшего. Я не видела ее 2 дня. Чем она занималась? Была на посылках. Относила товар. Забирала серебро и возвращалась в кузницу. Знаешь, как зовут кузнеца? Нет, к сожалению. Иначе я б его оскопила. Что-нибудь еще вспомнишь? Соседка как-то говорила, что видела Регну под Люндонским мостом. Я тогда сильно встревожилась. Значит, туда и пойду. Спасибо, Гида. Странный кузнец, пропавший ребенок. Уже что-то. Люндонский мост после заката. Стоит взглянуть. Иди, а я прослежу за порядком здесь. Да, Эйвор, и не теряй бдительности. Можешь не напоминать. Что за песня? Я ее где-то слышу. От врачевательницы. Еще один медведь. Дороги! Не мешайте! Thank you.
прослежу за ним. Посмотрим, что выйдет. Что, нельзя идти побыстрее?
Умри! Что-то стряслось. Дух некогда перевести. Нельзя! Уходи!
Где то, что мне причитается? Э, кто ты такой? Я просто друг Оя. Деньги у посыльного. А тебе-то что до него? Хотел уберечь. Показалось, что за ним следят. Тьфу. Он ни на что не годен. Вот девочка была... Просто находка. Где она сейчас? Заболела на днях. Отправил ее к сестре Фридисвиде, к целительнице. Сестра Фридисвида. Переломы, нарывы, кровотечение после родов. Она все лечит. Для этого нужно много инструментов. Они у нее есть. Я делаю для Фридисвиды все, что ей нужно. Больше не будешь делать.
Пусть пиявка потрошит своих жертв. Let's go!
и до свидания. Что? Убью один! Не терпит труса! Добрая сестра Фрида Свита. Еще немного. Почти закончила. Довольно. А, это ты? Мы оба собираем мертвых, сестра. В этом мы с тобой схожи. Здесь столько тел. Я сбилась со счета. Я слишком далеко зашла в своих трудах. Но не ради прихоти. Древние вершители судеб. Они создали нашу плоть. Так легко повредить, так трудно исцелить. Ее надо улучшить. Стать сильнее, быстрее, умнее. Я могла бы все исправить и сделать нас лучше. Мы — это плоть, кровь и дух, Фрида Свида. Мы уже совершенны. У тебя красивые глаза. Давай, сделай это. Девочка, и ей вырезали глаза. Боюсь, это и есть пропавшая Регна.
Стань моими глазами, Сюнин. Взбодрись.
мешай мне иногда! Помощь, Сюнин. Смотри, Сюнин.